Дамы и господа, привет и добро пожаловать на борт. Пока готовимся к отъезду, мы просим вас обратить пристальное внимание на информацию о безопасности этого космического корабля. Установите электронные устройства в авиационный режим. Ваш знак непристегнутого ремня безопасности должен быть пристегнут всякий раз, когда горит знак ремня безопасности. Чтобы пристегнуть ремень безопасности, вставьте металлический наконечник в пряжку до щелчка. Чтобы изменить длину ремня, отрегулируйте ремешок. Чтобы открыть пряжку, поднимите металлический клапан. Все аварийные выходы имеют четкую маркировку. Давление в кабине контролируется для вашего комфорта. В маловероятном случае изменение давления в кабине. Визор вашего шлема автоматически закроется и создаст давление. Этот космический корабль оснащен многочисленными функциями для вашего комфорта. Элемент управления для настройки, эргономичное сидение, кондиционирование летного костюма или вызов бортпроводника. Расположен на информационном терминале перед вами в дополнение к вашему подлокотнику. Автоматические туалеты расположены в каждом квадранте кабины. Ваш личный экземпляр журнала космических полетов Lunar Holidays находится перед вами. Мы приглашаем вас взять его с собой. Если у вас есть вопросы по безопасности салона, комфорту и удобству космического корабля, пожалуйста, спросите у бортпроводников, пока они готовят салон к взлету. Мы ценим ваше внимание и желаем вам приятного космического полета, а также благодарим вас за сегодняшний полет с STR Galaxy Aviation. ご列席の皆様、こんにちは。ようこそ、出発の準備をします。この宇宙船の安全に関する情報に細心の注意を払ってください。電子機器を航空モードに設定します。シートベルト着用サインが点灯しているときは、必ずシートベルト着用サインを閉めてください。シートベルトを締めるカチッという音がするまで金属製の先端をバックルに挿入します。ベルトの長さを変更するにはストラップを調整します。バックルを開くには金属製のフラップを持ち上げます。すべての非常口チューブは明確にマークされています。キャビンの圧力は快適さのために制御されています。万が一、客室の圧力が変化した場合、ヘルメットバイザーが自動的に閉じて加圧されます。この宇宙船はあなたの快適さのために多くの機能を備えています。を調整するためのコントロール、人間工学に基づいたシート、フライトスーツのエアコン、または客室乗務員の呼び出し、アームレストに加えて、目の前のインフォメーションターミナルにあります。自動洗面所は、キャビンの各証言にあります。ルナーホリデーズスペースフライトマガジンの個人用コピーが目の前にあります。ぜひお持ちください。宇宙船の快適さと便利さのキャビンの安全性について質問がある場合、キャビンの離陸準備をしている客室乗務員に聞いてください。どうぞよろしくお願いいたします。快適な宇宙飛行をお祈りしております。本日はスターガラキアビエーションをご利用いただきありがとうございます。